Hello guys, it's Valentina Bunak, matchmaking manager from Ukraine. And today, again and again, we do interviewing with our beautiful ladies. We organize social meeting, psychology classes for ladies, and we make few interesting interview. So watch this video, and maybe this time you will see your soulmate. Меня зовут Лена, мне 33 года, я врач-стоматолог. Я люблю картины, рисовать, смотреть выставки. Я люблю антиквариат, я очень люблю велоспорт, я люблю плавать, я люблю стрелять, я люблю море, горы, путешествовать. Я еще... серьезного мужчину, я ищу умного мужчину, при этом, чтобы он мог и пошутить, он целенаправленно устремлен на создание семью, на создание семьи. У меня двое деток, близнецы. Моим девочкам 14 лет, будет 15 лет. И мне бы хотелось, чтобы была крепкая семья, жить долго, счастливо. Я бы хотела дальше развиваться в стоматологии, работать и совмещать работу и семью. Я готова дать любовь, тепло, дружбу, вместе заниматься разными делами, вместе делать разные хобби, вместе вести быт. Поддерживать друг друга в любой ситуации, и в хорошей, и в хорошей. Все будет хорошо. Я хочу поехать на остров Маврикий, и когда жители местные выходят, встречают закат солнца, они танцуют африканские танцы, это очень красиво. Я бы хотела станцевать вместе с ними африканские танцы. Это огромные юбки, большие цветы в волосах. Мне бы очень хотелось с ними встретить этот закат над океаном и станцевать их африканские танцы. Меня зовут Аня. Я совсем недавно окончила курсы маникюра и хотела бы теперь заниматься наведением красоты на ручках женских у себя дома. Я зарегистрирована в данном брачном агентстве уже около 8 месяцев. Для меня важно, чтобы мужчина был опорой, любил, ценил, чтобы был сильным, красивым. Я готова верность дать ему, заботу, тепло дома, уют, вкусную еду, буду баловать его. Буду для него надежной спутницей. Я имею одну большую мечту, это хотела бы жить в Америке со своей семьей, конечно. Поначалу в чужом месте, в чужой стране никому не легко, но я готова к этим трудностям. Думаю, что с работы я уже смогу заниматься там, чем занимаюсь здесь. Я думаю, что мне больше подошел мужчина, который с холодной головой, который умеет планировать, который более зрелый, разумный, потому что я сама импульсивная, и я думаю, что такой взвешенный мужчина смог бы меня уравновешивать. Меня зовут Анна, мне 39 лет. У меня свой небольшой бизнес, косметика, парфюмерия. Сложно представить человека, которого ты ищешь, когда ты не знаком. Мне кажется, жизнь, она все расставляет на свои места. Приходит человек, совсем не тот образ, который ты искал или как-то в голове его себе сложил. Наверное, обычного человека, способного любить, с которым были бы какие-то общие планы, цели, мечты. Переехать в другую страну, да, возможно. Ну, я думаю, что у меня есть возможность реализовать себя в любой стране. Сложности обязательно будут. Это и с ментальностью, с каким-то вот пониманием людей, плюс недостаток круга общения и
Наверное, языка. В первую очередь. Я хотела бы пожелать мужчинам всем найти свое счастье. Каждому, всем и каждому. Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 32 года. Я работаю супервайзером в сфере продаж продуктов питания по супермаркетам. У меня нет детей, но у меня есть семья полноценная, отец, мать, сестра. Мне бы хотелось завести свою семью также, но хочется, конечно, это делать в союзе с серьезным мужчиной. Главное качество, конечно, чтобы мужчина был ответственный, серьезный, заботливый, воспитанный. Это очень важно в наше время сейчас, чтобы было взаимоуважение. Когда есть взаимоуважение, есть и любовь, конечно, и идиллия. Я люблю путешествовать по теплым странам. Хотелось бы больше увидеть мир. Потому что я очень люблю путешествовать. Это море впечатлений, эмоций и поднятие настроения всегда. На первом плане есть мечта, а это завести свою семью, чтобы у меня была семья, хороший мужчина, да, рядом муж, заботливые дети в первую очередь. И, конечно же, чтобы я могла со своей семьей также путешествовать. Я желаю всем мужчинам, которые меня увидят, всем встретить свою вторую половинку, встретить на нашем сайте. And of course, watch our videos. Subscribe our YouTube channel and come to Ukraine.